Здравствуйте, мои дорогие! Вас приветствует солнечная Индия. Меня зовут Людмила, и я проживаю в этой стране уже с 86 года. Если вы хотите побольше узнать про Индию, если вы хотите узнать нетуристическую Индию, то приходите на мой канал. Я вас познакомлю со своей семьей, со своими родственниками, друзьями, покажу, чем я занимаюсь и как я развлекаюсь. И я думаю, мнение о грязной и нищей Индии у вас изменится. Здравствуйте, 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 мои дорогие, здравствуйте, мои хорошие. В основном у меня тут девочки, конечно, на канале 99,9. Ну, если какой-то мальчик ко мне забрел, здравствуй, мальчик или мужчина. Сегодня я продолжаю работать, то есть, кому интересно, посмотрите, что я делаю, что я буду делать, что я буду кроить. Я вам уже в предыдущих выпусках показала, какие заказы я получила. Ну, а теперь, как я их буду воплощать в жизнь, буду вам показывать. Сейчас я направлю камеру. Вот, сейчас я буду кроить юбку для платья. Ну, это полуклёш. Полусолнце, как хотите, так и называйте. Так, сейчас я приблизительно отмеряю вот столько. Четырнадцать. Где-то так. 14 это не в сантиметрах, это в дюймах. Здесь измерения идут в дюймах, ну и в сантиметрах тоже. Немножечко еще. Сейчас мне же нужно рассчитать. Так, метра полтора мне нужно. Так, сколько у меня тут получилось? Сейчас тут 7 раз отмерь, один раз отрежь, как говорится. Не люблю большие детали крыть. Так, сейчас. Ой. Раньше я это на полу кроила, да и сейчас иногда на полу краю, но уже как бы и спина болит, и ножки болят. Вот. На столе, конечно, сложнее. Вот видите, какие у меня упражнения. Там, почему я не хочу еще бросать шитье, потому что все-таки, так как я очень большая лентяйка насчет зарядки, вот, а шитье все-таки... Вот там где-то пошла, пригладила, встала, задницу свою оторвала от кресла. Где-то тут вырезала, где-то там я расправила, там ручками помахала, там ножками походила. И вот у меня уже хоть какое-то движение, хоть какая-то зарядка. Пешком тоже не хожу почти, потому что, ну, жарко. Жарко, поэтому как бы особо не походишь.
Еще я не докроила. Пошла выпивать. Это у меня коллаген и сок амла, вот, который витаминный. Коллаген для кожи, амла для иммунитета. И вот миндаль жую. Просто я уже, у нас уже 12 часов, 12:15. Я очень хочу есть. Поэтому сейчас я вот это выпью и есть перехочу. Мне еще 2 часа нельзя есть. Даже больше. Потому что я вчера поздно ужинала. Вернее, как бы я думала, я не буду ужинать. Когда вот 8 часов я выпила кокосовый этот, водичку выпила, как-то мне не хотелось. Мы вчера были у сестры собрата на обеде, поэтому там как бы поела я. Ну, больше, чем я дома ем. И это, и кушать не хотелось мне. Я поэтому на ужин думаю, ну, сегодня у меня легкий будет ужин, выпью это. Кушать не хочется, думаю, хорошо, тоньше буду. Я, извините, жую, я не люблю, конечно. Я вот мокбанд и не люблю, но вот самой получилось мокбанд. Вот, очищаю орешек. Иногда очищаю, иногда кожицей ем. А, вот, и это... Выпила этот кокосик я, водичку, причем какой-то он сухой был, там мало было совсем воды, какой-то нам подсунули, хотя мы взяли большой, но он, видимо, не знаю, как-то он высох, а вот, подсунули нам такой не очень качественный. Ну, ну а потом сидела, монтировала и, конечно, ведь делала вам видео, из-за вас страдаю я. Ну и в 11 часов меня вообще, я думаю, я... Спать не лягу, мне так есть захотелось, и я в 11 часов, что же я вчера поела? Что-то я съела. Омлет сделала себе. Но мне его было мало. Еще кусочек хлеба с сыром. Можете представить, в 11 часов ночи. Вот это я съела. И потом, конечно, мне теперь... Нужно обедать. Если 16 часов добавить, то в 3 часа. Не знаю, доживу я до 3. Если нет, поем все-таки в 2 часа. Это у меня такой коллаген. Вкусненький. Это дочка мне присылает. Есть простой коллаген, как бы классический. Он никакой. Перед этим у меня был, это что, гучина шерсть. Что-то такое, как ниточка какая-то. Перед этим у меня был лимонный. Еще был оранж, мандариновый. А вот это у меня смородинка. Вот действительно вкус смородинки немножко. Очень вкусный. Такой, как фруктовый чай. Горячую воду наливаю и пью. Сейчас подкреплюсь и начну дальше кроить платье. Конечно, платья тут такие. Ну, я не знаю, я бы такое, может, себе не сделала. А заказчицы вот хотят такие, знаете, ну, все-таки на свой манер. Вот, буду шить. Буду, вернее, сейчас кроить. Последний орешек. Это у меня такой брек. Смотрю. Блогеров индийских. Ирину Хиндилайв смотрю. Сейчас по телевизору. И... краю. Вот видите, как хорошо сниматься. Девочки, вам совет.
Хотите хорошо выходить на фотографиях? Естественно, свет должен быть хороший. Вот. И не снимайте вот так вот снизу вверх. А снимайте сверху вниз. Если бы я сейчас поставила вот так внизу, на себя смотрела, у меня вот этот вот второй подбородок мой бы висел. И вы бы сказали, что за тетя 70 лет. Вот. А так вроде бы на 59 не выгляжу. Особенно сдалека, особенно в темной комнате. Все, девочки, поэтому действительно, когда у других блогеров когда кто-то другой вас снимает, такие ужасные получаемся. Ну, потому что ракурс не тот, да, ну вот представьте профиль вот это вот с этим подбородком снять. Вот, или вот свет там не туда, тень падает. Сразу же это, а мне тем более дочка, это мне дочка подсказала, что мам, сниматься вот так надо, чтобы свет хороший был, так как она актриса, вы знаете. Вот, и вот даже вот так, даже вот вы знаете, я даже вот смотрю иногда передачи какие-то, там актеры тоже, как они говорят, у меня рабочая там правая сторона, у меня рабочая там левая сторона. То есть вот мы, как бы казалось бы, лицо тоже асимметричное у нас. И вот если снимать с какого-то не такого ракурса, то будет не очень хорошо видно, не очень хорошо как бы получаться. Действительно, вот как-то с одной стороны снимешь ничего, а с другой стороны ужасно получается. И я говорю, так как нам кажется, что мы, у нас симметричное лицо, да, вот я даже где-то я читала, вот возьмите вот так зеркало, ну, на фотографию, да, вот фотографию возьмите, вот так положите зеркало вот так, чтобы у вас как бы эта сторона в зеркале отражалась, и у вас будет совершенно другое лицо. Вот так, вот такие мы асимметричные. Ну все, девочки, буду работать, хватит мне болтать, перерыв у меня закончился. Еще мне осталось продержаться 2, но в лучшем случае 3 часа, конечно. В худшем 2 часа продержаться. Даже не 2 часа, а уже 1:35. Или 2:35. Ну все, девунечки мои, мои хорошие, мои родные. Ну вот и все, мои дорогие. Продолжим кроить в следующем видео. А то вы устанете меня смотреть и слушать. Будет вам неинтересно. Так что приходите завтра, буду вас ждать. Поболтаем и посмотрим. Желаю вам всем мира и спокойствия. До свидания, мои дорогие.